Это Northern Storm Wrestling. У микрофона Алексей Красильников. Мы продолжаем просмотр шоу «Абсолютное безумие», которое состоялось 9 апреля в Санкт-Петербурге. И мы подходим к главному матчу дня, главному матчу шоу. Это бой за чемпионский титул. И в этом матче принимает участие, вот сейчас вышел этот претендент номер один. Это Руслан Ангелов, это Акела, который заработал право биться за чемпионский титул, победив 29 противников в бое «Ультиматум», который прошел в январе. Это был Battle Royal, это был самый большой матч в истории NSW, и это было действительно интересно, удивительно. И в концовке Руслан смог выбросить с ринга, чтобы победить своего учителя, своего ментора, промоутера шоу NSW Малкина, легендарного чемпиона NFR, благодаря которому, собственно говоря, рестлинг в Санкт-Петербурге есть. Он вышел последний под 30-м номером, но Акела воспользовался тогда ситуацией, воспользовался тем, что я отвлекся на лопатку, и одержал эту победу, завоевав путевку вот в этот самый матч, который мы сейчас и посмотрим. Что касается чемпиона. Чемпионом с того же самого дня является Егор Соколов. Бок о бок шли эти два рестлера, можно сказать, последние полгода. Выступали вместе, выступали друг против друга в какие-то определенные ситуации. Егор всячески демонстрировал, что Акела ему, у него хорошее отношение к Акеле, к Руслану, и он всячески желает ему хорошего будущего, но что за этим скрывалось? Не скрывалось ли за этим боязнь? Страх потерять титул, к которому Егор так очень долго шел. Тогда в январе Руслан, словно бы подчиняясь вот этому самому долгу, которым он был перед Егором, помог ему выиграть чемпионский титул. Это был феноменальный бой против Алекса Андерсона. И появление Акелы в нем решило, если не все, то многое. Потом, конечно, ситуация у них осложнилась. Руслан показал, что не намерен ни отходить в сторону, ни отказываться от своего права на чемпионский матч. И его оппонент, действующий чемпион NSW, Егор Соколов. Несмотря на то, что Егор всячески ему предлагал сотрудничество, уж я не знаю, какого рода это должно было быть. Последнее их противостояние перед этим шоу произошло месяцем ранее. И тогда Руслан как раз и обвинил Егора в трусости, в слабости и наглядно продемонстрировал, что он с ним сделает, обещав провести вот этот свой смертоносный, буквально смертоубийственный прыжок, которым он может вылить не только дух, ну и, наверное, остановить сердце из грудной клетки неподготовленного противника. А мы начинаем. Очень сложно в самом начале сделать даже какие-то прикидки о том, как этот матч будет проходить. Рестлеры пока примеряются друг к другу, словно бы прицениваются, что и сколько будет стоить в этом матче, сколько в этом матче будет стоить победа. Обратите, кстати, внимание, вместе с Егором вышли Денис Руденко, Макс Рустамов, его товарищи по группировке «Камчатка», вместе с которой Егор прошел сложные времена, порой пользовался и подставлял их совершенно откровенно для того, чтобы достичь свою цель, но пока что все его цели, все его задачи оказались выполнены, и цель действительно оправдывала средства, можно сказать.
немножечко играются друг с другом рестлеры, задевая друг друга, подначивая. Тоже, кстати, возможно, это и ничего не означает, но обратите внимание, Акела, Руслан занимает место в центре. Егор вокруг него расхаживает, то есть как бы изначально занимает позицию... Акела, Руслан изначально занимает позицию этого доминирующего рестлера на этом ринге и тут же буквально убивает, взрывает темп, убивает Егора. Таким дроп-киком прыгает через канаты, цепляет ногами шею Егора, тут пытался уклониться и проводит ему хуракан-рану. Ожидал прыжка Егор, конечно. Руслан вместо этого просто зафиксировал захват и провел бросок уже после этого. Очень сложный, очень неприятный, удержание неудачное. Очень неаккуратно там упал Егор, по-моему. Потрясающая по скорости секвенция. Рестлеры абсолютно готовы друг к другу, изучали стиль, изучали матчи друг друга. Я убежден, на каждый удар они находят блок или контрудар. А вот финальным ударом словно вырубили друг друга, отправили в небольшой нокдаун. Снова они сходятся, на этот раз Руслану удается сбить Егора с ног. Таким дроп-киком в колено он захватывает противника в захват, в хедлок, то Егор разгоняет Руслана. Руслан пытается провести удачную атаку, Егор тоже не промах, происходит несколько перехватов и захватов. Никто не может провести толком ни одного удара до вот этого дроп-кика. Немножечко удержание сейчас, раз, нет. Немножечко обратите внимание, неловкий матч такой. Немножечко словно бы нескладный, как будто бы рестлер не знает, что ему проводить, не знает, что ему делать следом. И действительно сложно сейчас представить от этих исполнителей, от этих рестлеров, от этих атлетов чего-то, знаете, серьезного и целеустремленного, поскольку очень многое на кону, очень видно, как нервничают. По Руслану это было заметно уже, наверное, с того момента, как он выиграл титул. Егор же очень стал нервничать после того, как вот это вот шоу предыдущее произошло, и Руслан продемонстрировал, что ничего он не сможет ему противопоставить, если Руслан поймает свой момент. Очень нервничает, очень это заметно, поэтому действительно, наверное, самым главным, самым мощным и самым эффективным в этом поединке будет что-то, наверное, самое простое. То, что принесет результат и не потребует больших затрат энергии или сил. Просто потому, что на что-то сложное может не хватить времени, противник может воспользоваться этим и провести свою более простую, более уверенную, более эффективную атаку. Егор продолжает немножечко, так знаете, доминировать, гоняет Руслана по канатам, по углам, пытается наносить удары. И вот то, о чем я говорил, чуть-чуть он усложнил атаку и тут же пропустил удар от Акела, удар в падении через себя ногой. И вот опять же Руслан, стоит как-то придумать что-то непонятное, как он попадает в бросок Егора. Тот снова уклоняется. Очень хороший оборонительный рестлинг, защитный. Каждый раз рестлер выступает с какой-то новой атакой, и каждый раз его противник находит, как от этого уклониться, как это контратаковать. Руслан показывает, что вот на столечко он был от победы, вот столечко отделяло Егора от проигрыша титула. И сейчас, знаете, действительно, это очень важный фактор в этом матче, поскольку для Егора на кону стоит не только этот поединок. На кону стоит и его чемпионский титул, который он уже привык называть своим. На кону стоит вся его, в принципе, философия жизненная, благодаря которой он добивался успеха в NSW. Долго тоже шел к этому, далеко не сразу это настало. Снова пытаются рестлеры так или иначе провести что-то друг другу. Егор ловит на нэкбрейкер. Акелу добавляет суплекс. Еще раз повторю, самое простое. Самое простое будет самым удачным. Я, мне кажется, в этом убежден на 100%. Егор лезет на канат со сложным захватом, гильотинным захватом. И спрыгивает. Ой-ой-ой, проводит параллельно еще не только обратное ДДТ, но и слипер такой получился. Слом шеи совершенно, конечно, ужасающий. Руслан вскочил, но это было видно абсолютно на инстинктах. Удержание. Раз, два. Нет.
Нет, это было бы, конечно, действительно очень оскорбительно выиграть матч, защитить чемпионский титул на главном весеннем шоу года. Весеннем, простите, весеннем шоу после обычного тычка. Егор прилетает, опять же, с очень простым банальным ударом ногой по затылку. Кстати, еще раз напомню, если вдруг что, в этом матче дисквалификация или отсчет, неважно кого из участников, позволит Егору сохранить чемпионский титул. И сейчас формально он может просто ожидать своего противника на ринге, но хочет продемонстрировать свою силу, свой приоритет, свое доминирующее положение в качестве альфа-рестлера, альфа-чемпиона NSW и одержать победу чисто. Это, кстати, позволяет Руслану немножечко прийти в себя и нанести несколько ударов в ответ. За это время уже, наверное, 10 раз бы, ну не 10 раз, 10 раз отсчитал бы рефери до 10 ударов. Но Руслан успевает разорвать этот отсчет, прекратить его, остановить. Приходит судья, начинает считать снова, а Руслан использует подручный, можно сказать, предмет. Он сажает Егора на стул, наносит ему удар ногой в грудь, а сам поднимается на апрон для атаки с разбега. Он прыгает дроп-киком, отправляет Егора куда-то в зрительный зал, мешая некоторым зрителям. И получает за счет этого их поддержку. Зрители рады Руслану. Тоже обратите внимание, тут же рядом, тут же неподалеку сразу оказываются Максим и Денис, но показательно его не трогают. Хотя, опять же, напомню, дисквалификация приведет... Ой-ой-ой, Егор набегает и проводит чоп-блок, удар под колено, наносит серию мощных ударов в голову Руслану, забивая того. Я еще раз напомню, что любая дисквалификация, в том числе и вмешательство Дениса и Макса, приведет к успешной защите чемпионского титула. Да, будет завершен поражением Егора, но титул у него останется. Руслан тем временем пытается отбиваться от Егора. Он спрыгивал сейчас с сальто на пол, но видно было, немножечко оступился при приземлении. Нет, проходит зря вот этот удар под колено. И в результате всего этого Егор смог провести удачный удар ногой. Снова рестлеры возвращаются на ринг, успевая до счета 10, хотя, конечно, в большей мере в этом был заинтересован Руслан. Причем он был заинтересован и в том, чтобы он сам вернулся, и в том, чтобы на ринг вернулся чемпион. Очень тяжело идет этот матч. Очень сложно требовать от рестлеров, знаете, действительно чего-то такого супер высококлассного, поскольку здесь на кону они ставят очень многое. Егор может потерять титул, к которому он так долго шел и за который так сильно цепляется. Руслан же может так, ну не то скажу так просто, но не сможет вернуться. Может и не вернуться снова в чемпионский матч быстро, поскольку очень богат ростер NSW. И постоянно он пополняется новыми и очень сильными исполнителями. Егор же проводит несколько удачных атак, но попадает в суманский дроп Акелы. Если вспомнить, сколько долгов остались на Егоре, скольким людям он обещал поддержку, держание, раз, два. Нет, Егор успевает вырваться. Скольким рестлерам он обещал титульные матчи за поддержку. И, в принципе, сейчас очередь, наверное, за этими матчами, она просто огромная. Ронни Кримсон на этом шоу заработал чемпионский матч за чемпионский титул. Мороз заработал на этом же шоу, выиграв турнир «Абсолютное безумие». Выиграл тоже право на чемпионский титул. Где-то еще в очереди находится царь. Где-то еще наверняка находится кто-то из обещанных. Наверняка и медведевские подопечные не откажутся от матча, поскольку тоже сыграли свою роль. А Руслан проводит, пытался провести хураканрану, но Егор успел зацепиться, удержание. Нет, снова до двух. Егор успел удержаться на третьем канате. Хураканрана не удалась. Руслан упал с огромной высоты, наверное, ну полутора человеческих ростов, а то и двух. Упал точно на спину, на затылок. Егор легко его удерживал, но Руслан успел вырваться, несмотря на то, что, конечно, жесточайший удар он получил. Егор бросает в угол Руслана, снова начинает швырять его по углам, по подушкам турнбаклов. Егор влетает плечом в стойку ринга после того, как Руслан смог контратаковать один из таких бросков.
А те люди, которых я перечислил в качестве претендентов, это те, кто уже находится в ростере, те уже, кого мы видели. Руслан добавляет дропкик с разбега и подтаскивает Егора к углу. Сейчас он может провести тот самый прием, которым угрожал еще месяц и который обещал. Прыгает он. Нет, Егор успевает отползти в сторону и тут же зафиксирует. Фиксирует STF. STF. Прием, который одновременно и ногу выламывает. И на позвоночник очень серьезная нагрузка. Еще и все это дело мешает обычному простому дыханию. Непонятно, как ползти Руслану. Руслан ползет, пытается из последних сил добраться до канатов. Егор тоже из последних сил пытается додержать этот захват. В зафиксированном положении нет. Руслан удается добраться до первого каната. Но Егор, обратите внимание, до последнего использовал вот эти несколько счетов, которые рефери позволил ему сохранять захват уже после того, как Руслан добрался до канатов. Руслан выбивается, но попадает на плечи к Егору. Егор выбрасывает, пытается выбросить Руслана через канаты. Не удается ему это сделать. Силенок уже не хватает. Очень изматывающий матч. Очень нервничает оба рестлера. Егор прыгает на ожог, но Руслан удержался на ногах. Отвечает несколькими ударами. Разгоняется с небольшого разбега. Запрыгивает. Оказывается, как-то Егор пытается что-то произвести непонятное. Но Руслан очень просто переводит эти попытки в ДДТ и проводит суплекс. Перекатывается. Удержание. Нет, перед удержанием все-таки простой. Дабл футстон проходит. Не с канатов, хотя бы с места. Фирменная атака ногами в грудь от Руслана не удалась. Егор успевает вырваться, несмотря на то, что ему очень сложно все это дается. А Руслан подкатывает снова его в угол. Снова забирается на третий канат. Очень медленно ему это все дается. Слишком много сил уже оставлено. Это то, к чему Руслан шел около года. Он дебютировал в прошлом году на майских фестивалях. В Battle Royale он принимал участие. Тогда, вылетев чуть не самым первым, если мне не изменяет память, прошло меньше года. Он участвует в матче за титул чемпиона NSW в статусе одной из главных молодых звезд. Он прыгает. Печать метеора. Удержание. Нет. Нет. Снова Егор успевает вырваться. Рано еще падать этой восходящей звезде российского рестлинга. Егору отпропихивают чемпионский титул в то время, пока рефери отвлекаются на Макса Рустамова. И Егор наносит удар титулом за спиной рефери. Очень простой удар. Удержание. Раз, два. Но нет, нет, нет. Руслан остается в матче. Не помогла эта задумка. Не сработало. Егор злится. Что у него еще осталось в загашничке? Что еще у него припасено? В том январском матче против Алекса Андерсона он устроил целый парад. Вмешательств была огромная куча людей, которые выходили помогать Егору. Но каждый раз кто-то нейтрализовал эту помощь лишь вот против Руслана. Ничего тогда не нашлось, никаких контрприемов. Егор забирается на третий канат, но там уже оказавшись, пропускает несколько ударов от Руслана, который выходит на какой-то свой прием, забирает туда же следом. Они стоят на втором канате. Оба со стороны, с внешней стороны. Егор срывается вниз, он в нокдауне. Висит на втором канате. Это позволяет Руслану прыгнуть и провести фотстомп. Из прыжка точно по позвоночнику, прямо в спину. Прямо в поясницу или даже там в грудную клетку он успел. Смог задеть ногой, это сбивает Егора вниз. Но рано останавливаться, мало останавливаться. Нужно добивать, нужно проводить успешное удержание или болевой в пространстве канатов. Нужно как-то закатывать его обратно. А Руслан забирается снова на третий канат. Встает на стойку ринга. Он будет какой-то проводить прыжок на Егора, который лежит снаружи. Который лежит за пределами ринга, лежит на полу. Руслан прыгает с футстопом и буквально убивает Егора. Я не знаю, как можно было вынести этот прием, но сейчас нужно пользоваться этим, возвращать, закатывать и как-то фиксировать победу. Руслан возвращает Егора на ринг. Удержание. Раз, два, три. Нет, нет, Егор каким-то, я даже не знаю чем, каким усилием он смог вырваться. Я не знаю, возможно, он тренировал это получение этого приема, но я не знаю, как можно было
остаться в матче после того, как получил этот прием с канатов за ринг с огромной высоты. Не могу даже представить, как можно было к этому подготовиться, как это можно было натренировать. Но, тем не менее, это произошло. Снова еще одна попытка ожога. Он проводит уже сам. Акела проводит ожог Егору. Снова Егор лежит у канатов. И вместо того, чтобы удерживать, Руслан снова совершает эту, можно сказать, детскую ошибку. Ошибку новичка. Он лезет на канаты для того, чтобы провести свой финишер. Выпрямляется в полный рост, но не веря своей удаче, он прыгает, но Егор контратакует эту атаку. Ох, я сейчас, конечно, выдал контратаковать атаку. Принимает этот прием в ожог, удержание. Раз, два, три. Егор защищает чемпионский титул. Победитель матча и все еще чемпион NSW Егор Соколов. Жесточайший совершенно матч мы сейчас наблюдали, в котором никто не хотел уступать, в котором Егор вынес, наверное, я не знаю. Руслан сначала, вот мы сейчас в повторах видим эти жесточайшие сначала падения на голову от Руслана, затем пустом с канатов за ринг. И финишный ожог, который смог привести Егор. Принимая атаку Руслана, словно был готов к этому. И сейчас Камчатка не уходит, даже не празднует практически эту победу и проводит тот же финишер противника, Егор. Если ожог был Русланом проведен в матче, то сейчас уже после того, как титул был выигран, Егор добивает Руслана, проведя этот прыжок двумя ногами в спину Сапрона. И еще атака о колено. Тогда, месяц назад, Егор угрожал, перешел, можно сказать, на угрозы. Он пообещал, что Руслан больше никогда не выйдет на ринг, если он согласится, если он не откажется от этого матча. И сейчас мы понимаем, что эти угрозы были, касались они не только самого матча, но и после того. Добивают Руслана стульями. Камчатка, и как-то, ну, это все затянулось, нужно уже прекращать это. Хотя я, конечно, понимаю сотрудников, охранников, тех, кто обеспечивают порядок на шоу, что не решаются сейчас подняться на ринг, и эта экзекуция продолжается. Кто-то уже должен, наверное, это остановить. Но это рестлинг, это NSW, все-таки каждый в первую очередь все-таки сам за себя. Слов уже, конечно, здесь не хватает, чтобы как-то остановить, но сложно было ожидать чего-то другого, если Руслан вышел один драться с тремя представителями Камчатки. И Егор показывает на будущее всем другим и претендентам, и просто рестлерам, и тем, которые уже есть, и тем, которые появляются, и которые дебютируют, что в одиночку в NSW не выжить, и делать здесь по одному нечего. Остановится ли на этом Камчатка, или что здесь еще, я не знаю, нужно сделать? Это все уже просто ни в какие, конечно, ворота не лезет. И я не знаю, как руководство компании, руководство промоушена будет на это реагировать, потому что не отреагировать на это просто нельзя. Ой-ой-ой, еще какие-то совершенно страшные удары стулом по ноге. Действительно, говорил Егор, что не выйдет никогда Акела на ринг. И вот уж не думал я, что эту угрозу он приведет в исполнение в прямом смысле слова.
И это все еще продолжается. Я уж не знаю, можно ли сейчас говорить, что наконец-то это шоу завершается. Я не знаю, что здесь еще добавить.